Скажи, ты меня любишь? Да. Не, не так скажи, а чтобы все слышали. Люди! Я люблю Лизу Краснову! Сдадим экзамен, перевоним в Венецию. Ты откуда знал, что я про Венецию мечтала? Лиза, у вас Саша, это серьезно? Мам, пап, а как вы смотрите на то, чтобы я после экзаменов поехала в Венецию, а? Ничего не получится. Как это? Ну почему? Надо же решать судьбу нашей дурюхи. А сумма Полоцкому 25 лет. А знаешь, для чего сегодняшние посиделки? Родители выбирают мне невесту. Я для этой роли не гожусь. А давай сделаем вид, что мы понравились друг другу. Кто это был? Ты обманула меня! Может, я мешаю тебе? Не думал, Лиза, что тобой может кто-нибудь командовать. Вот оно что. Что ж мы наделали, Сашка? Я подумал, что ты сделала свой выбор. И не в мою пользу. У нас семья. Лиза моя жена. У нас дочь растет. У нас вообще все было нормально, пока ты не появился. Саша, увези меня отсюда. В Венецию? Куда угодно. Не могу больше здесь.